Всем привет, дорогие друзья, это Сова. Мы продолжаем играть в Sinking City, продолжаем заканчивать. Игра уже, по моим планам, должна была давно закончиться, но что-то никак не заканчивается. Итак, у нас с вами есть тайна алхимической лаборатории. Раньше мы хотели Джозеф Хилл помочь, но когда узнали, какой он говнюк, теперь не хотим ему помогать. В общем, нам надо пойти его убить. Типа. Не знаю, насколько у нас это хорошо получится. Так, теперь надо вспомнить, где он живет. Здесь, по-моему, да, он живет. Да, дом Джозефа Хилла. Ну, хорошо. Так, нам нужна ближайшая... телефонная будка, возле которой я и нахожусь. Так, прекрасно. Ладно, тогда нам надо примерно куда-то сюда. Отсюда, соответственно, надо будет жахнуть к Хиллу. И... ну, дальше вопрос. У меня, кстати, очень плохо с патронами. Надо бы посмотреть, не могу ли я себе крафтануть кое-чего. Металлолома не хватает. Так, на пистолет-пулемет. Ну, тоже маловато. Так, вот такая штука классная. Мы ее возьмем. Блин. Так, ну и все, как бы. Особо больше у нас вариантов нет, чем можем крафтануть. Остается только ловушки и всякая другая дичь. Так, и, кстати, у нас аж 4 очка знаний, которые, наверное, неплохо было бы куда-нибудь поставить. Так, ладно, раз у нас проблема с вот этой ерундой, может быть, ловушки нам помогут. Глубже заяц врагов, он увеличит на 100%. Вот, да, возможно... Так, вот вдвое быстрее расставляем ловушки. Гранаты мы особо не пользуемся. Ловушки дольше удерживают, ловушки больше бьют. Так, мне кажется, это нормальная история. Так, и... что-то у нас еще... 10 запасных патронов. Этим я особо не пользуюсь. Заработать 2 раза больше. Остается в здравом уме гораздо дольше. Но... хрен его знает. Нужно мне оставаться в здравом уме гораздо дольше? Повышает точность пистолета-пулемета. Перезаряжать револьвер 2 раза быстрее. Давайте возьмем такую вещь, что ли, я даже не знаю. Так, ладно, куда нам надо двигать? Нам надо двигать туда, по улице, короче, все понятно. 3 выстрела с дробовика мы можем произвести. Ну, не ахти, не ахти, прям скажем. Не заводится, братишка, да? Да. Я думаю, надо попробовать стекло тряпочкой протереть. Я думаю, что дело именно в этом. Так, ладно. Бежим дальше. Так, я ж правильно бегу? Так, я правильно бегу. Надеюсь, 3 выстрела с дробовика на этого товарища хватит. Может, он не захочет нас этот самый с нами сражаться, отдаст нам эту соль или что там, специи и прочие другие вещи бесплатно. Ну, наверное, вряд ли. Труп он так и не убрал, я смотрю. Так, а что-то у тебя хорошего-то было? У тебя тут было много чего хорошего. Я не могу нести больше ловушек. Это печально. Так, зато мы получили кардит. Так, мы можем, наверное, да, жахнуть себе еще на дробовичок и вот такую вот штучку, потому что она классная. Так, что-то с тобой происходит. Ну и чего вы думаете? Сразу поставить ему ловушку под ногу на всякий случай? Или... да я тебе поставлю ловушку. Мало ли что с тобой будет происходить. Ну так, чисто на всякий случай. А то я не очень сильно тебе доверяю. Так, и дробовичок возьмем. И 4-й патрончик в него зарядим. И можно заодно и подлечиться. В принципе, у меня аптечек до хрена. Так, еще сделаем себе внутривенную. Отлично. Так, берем дробовик. Ну, теперь можно и поговорить. Джозеф, мне нужны объяснения. А что именно вас интересует? Почему-то такое говно меня интересует. Я нашел лабораторию, в которой вы воскрешали мертвецов из соли и праха. Значит, вы понимаете, зачем мне тело Уши? С ее помощью мы с вами сможем найти путь в Ктиганаар.
Вы воскрешали мертвых и пытали их. Это просто отвратительно. Не спешите с выводами, Рид! Они свое отжили! Вы бы не пожертвовали одним мертвецом, чтобы облегчить страдания миллионов! Они ведь даже не люди! Это просто чудовищные тени! Хранилище воспоминаний! Их нельзя сравнивать с живыми людьми! Я знаю, что вы заключили сделку с Реймондом. Это он принес вам мумию. Что с ним случилось? Этот чужак получил по заслугам. Его интересовали только сокровища. Это из-за него Уша нас преследует. Теперь он стал марионеткой в ее руках. Если бы не вы, ему не пришлось бы так страдать. Я? Это не я ее освободил. С какой стати я должен рисковать всем, чтобы спасти какого-то идиота? Мое дело намного важнее. Вы пытали Ушу, чтобы получить информацию. Зачем такая жестокость? Она отказывалась мне отвечать. Я пытался найти другой способ, но пока у меня не было заклинания, приходилось использовать более примитивные методы. Например, обливали ее кислотой? Это упрямое существо уже не человек! Мне приходилось использовать все средства! Каждый раз, когда я ее воскрешал, она говорила, что я недостоин этого знания! Уша предложила мне сделку. Она сказала, что поможет мне попасть в Ктиганаар. Что? Вы же отказались? Это наверняка ловушка! Вы даже не спросили, что она хочет взамен. Боюсь, я уже знаю ответ. Она хочет моей смерти. Уша вас использует, Рид! Она знает, что только я могу ее остановить! Я уже приготовил мазь, которая не даст ей воскреснуть. Пожалуйста, давайте доведем дело до конца! Я знаю, что она пытается меня обмануть, я выбираю ее. Ну, ты говно вообще. Ты человек говно, поэтому... Простите, Джозеф, мне противны вы оба, но на мои вопросы может ответить Уша, а не вы. Ничего личного. Вы нас всех погубите! Я этого не допущу! Ну, ладно, теперь у нас есть и загадочный мести, минус один дурачок, который может с нами что-то сделать. Так, ловушку я себе назад заберу. Раз уж ты в нее все равно не попал. Так, что-то у тебя еще хорошего есть. Я не могу больше нести спирта и пружин. Так, а эти что такое? Артефакты Майя украсили бы коллекцию любого музея. Давай их заберем и отдадим, собственно, какому-нибудь музею. Так, масть мы получили. Так, аптечку мы у него забрали. Че, надо пойти на кладбище теперь, очевидно. Так, приготовил мазь, которая поможет мне разобраться с Ушей. Не знаю, из чего она состоит, но похоже, она не дает мертвецам залечивать раны. С этой мазью у меня появился шанс удалить Ушу. Но это если она будет выпендриваться. Так, теперь она хочет, чтобы я пришел в ее убежище. Это означает, что я должен в буквальном смысле нырнуть в гробницу. Но после всего, что случилось на этой неделе, меня это не особо пугает. Пора задать ей несколько вопросов. Так, а у нас же есть отмеченное кладбище на этом самом, на карте, или нет? Кладбище у нас вот здесь же. Да, это же кладбище. Насколько я помню, кладбище вот. Церковь здесь старая, здесь, наверное, и кладбище. Или где-то есть еще одно кладбище. Хочет-то она хочет... Это, конечно, все очень классно. Так, что у нас в чертогах? В чертогах у нас ничего. Так. В своем склепе вход в него находится на кладбище. И отмечен 5 камнями, похожие на пальцы. Попасть в древнее сооружение под Окмантом. В древнее. Ну, наверное, это там, собственно, где же мы уже и спускались. Я так думаю, что, наверное, без вариантов мне надо пилюкать опять туда. Вход отмечен какими-то там пальцами. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, блин, не знаю. Допустим, пойдем туда тогда. Может, я не совсем понимаю правильно, как именно мне надо перемещаться. А, он мне сейчас, наверное, расскажет, где. Так, хорошо. Ты хорошо справился. Она довольна. Войди в ее дом. И она откроет тебе тайну глубин. Где мне тебя искать? Разве она не говорила тебе про каменные пальцы? В саду, где живут только мертвые. Она думала, ты понял. Можно поточнее? Сад мертвецов — это кладбище или склеп? Видишь, ты все-таки догадался.
Конечно, это потому что я очень сильно умный. Зачем столько беготни, если мы и так уже разговариваем? Сосуд, который она использует, услышит то, чего не заслуживает. Ей не хотелось бы его убивать. Ладно, я уже иду. Так, ладно. Может, мне теперь расскажут адрес, а то, может, я какой-то на другое кладбище приду? Ну, видимо, нет. Ладно, я знаю ровно одно кладбище. Не надеюсь, что мне туда. Может быть, здесь есть еще одно кладбище? Ну, по идее, мне вот сюда надо. По идее. Там дальше хрен его знает. Никогда нельзя быть уверенным. Так, ладно, пока бежим быстро телепортацию, потом видно будет. Голосуйте с умом. Ну, я как-то задолбал своей агитацией. Вообще, солнце в этой игре видеть подозрительно очень. Изрядно подозрительно видеть солнце в данной игре. Так, ну, если здесь нет других кладбищ, то мне сюда. Простите. Так, то мне сюда, и, в принципе, здесь есть лодка. А ты кто такой? Хорошего вам дня, добрый человек. Надеюсь, ангелы будут к вам милостивее, чем ко мне. Бедный я, бедный. Что это такое вообще? С вами что-то случилось? Какие-то уроды разграбили могилы на кладбище. Если я не найду тела, об этом скоро узнает городской совет. Я знать не знаю, где их искать. Меня выгонят. А для другой работы я не гожусь. Мне так мама говорила. Так, я понял. Это побочка. Так, побочка мне не нужна, но это явно как бы мы пришли по адресу. Так, вход вот здесь. Так, мне, наверное, надо переключиться. Где у меня патронов-то побольше? Давайте вот на этот. Надеюсь, там не будет никаких сильно адских существ. Можно было, конечно, у него спросить, но он, естественно, не расскажет. Так, что там, какие-то пять пальцев? Ну, слушайте, мне такое ощущение, что вот это очень похоже на пять пальцев. Похоже, мне прям буквально вот сюда. Ну, да, я даже, по-моему, даже без вариантов мне сюда. Ну, хорошо. Так, ну как бы мне идти по фонарям, это однозначно. Тут какие-то майевские штуки, ладно, так, давайте. Let the fire fry. Ну давай. Это мы туда выстрелим, так, сейчас мы перезарядимся. Недалеко она улетела, по-любому там будут эти самые черти, поэтому надо сейчас сразу взять гарпун. Вот этот вот товарищ из японских мультиков, он и вообще на меня похрен. Ну, видимо, да. Я просто всегда думал, что это он и есть Ктулху. Но, судя по всему, это не Ктулху. Это какой-то этот самый, ну, такой слабенький. Так, и что, мне это надо изучить?
Так, у меня что-то... Этот самый... Состояние ухудшается. А? Эта голова сделана так искусно. Настоящее сокровище. Я, по-моему, сейчас с ума сойду. На гробницу спускался не только Реймонд. Просто ему повезло больше остальных. Блин, что-то здесь прям... Как-то до хрена этой ерунды. Так, ну мне ж туда? Ну да, вроде там он есть какой-то фонарь. Хорошо, что здесь лечиться можно. Какая странная статуя. На ней совсем не растут водоросли. Потому что это не статуя. Ну ладно, я правитель, остальные-то как? А, мне туда, что ли? Не, мне туда. Че, и даже не будет рыбы? Странно. Нет, рыба все-таки будет, просто она меня не заметила. Рыба... Рыба затупила. Ну и хорошо. Судьба Окмунта в моих руках, ребята. Не те руки, конечно, они выбрали для судьбы Окмунта, но никогда не знаешь. Так, ну и что-то у нас... Так, это, по всей видимости, уши, да? Так, уша. Так, ладно. Два выстрела с дробовика можем себе позволить. Больше тут вроде никого нет. То, что ее придется застрелить, мне кажется, это прям, можно сказать, свершившийся факт. Я выполнил свое обещание, теперь твоя очередь. Уц отмеченный. Спрашивай, и она ответит. Останови цикл, как все кап до тебя, как предки. Что находится под городом? Расскажи мне про развалины. Храм. Темница. Колыбель старого Кэя. Темная яма говорит многими голосами. Она ничего не знала. Только имя Ктигонар. Откуда ты это знаешь? Она спрашивала мертвых, тех, что приходили раньше. А они спрашивали своих мертвых, как ты сейчас спрашиваешь ее. Это цикл. Расскажи, как попасть в храм. Ты должен найти священную печать. Ключ от монолитов. Вы с ней узнаете друг друга. Она повинуется тебе. Вот эту печать? Да, да. Судьба добра к тебе. Теперь слушай внимательно. Видел огромный камень в центре города? Это врата Шибальбы. Шибальба? Это про которую песня? О, Шибальба! Но это не точно. Так, как мне открыть монолит, как мне снять безумие? Как мне открыть монолит? Как мне открыть врата в монолите? Ищи впадину, которая жаждет принять печать. И все? Нет, печать не полная. Собери три божьих пальца, что растут на трех монолитах, и объедини их с печатью. Мне надо найти кусочки трех монолитов? Скажи хотя бы, где они? Она не знает. Но каждый цикл служителей огня собираются в этих особых местах. Найди их, они знают ответ. Как мне остановить безумие, которое сочится из глубин? Что меня ждет внизу? Узнаешь, когда придет время. Ее отмеченный человек спустился вниз, и Ктигонар заснул. Иди по его следам, делай то же, что и он. А он вернулся? Нет. Ты сказала, что до меня были другие. Расскажи мне о них. Отмеченные мужчины, женщины и существа. Этот храм стар, но стоит до сих пор. Почему ты называешь меня отмеченным? Ты отмечен прикосновением старого Кэя.
Ты видишь и чувствуешь больше, и ты больше внутри. Мне нужно найти огнепоклонников, собрать 3 божьих пальца, чтобы завершить печать. И все? Могло быть хуже. Она желает тебе мудрости, чтобы сделать правильный выбор. А теперь уходи. Ей нужно отдохнуть. Ну, в принципе, она нам все рассказала. До свидания. Прощай. Надеюсь, в новой жизни ты будешь счастлива, если это вообще возможно. О, новая жизнь ей понравится. Но прежде чем уйти отсюда, она должна измениться. Дело закрыто. Так, последний шаг. На, новое дело «Морская пучина». Я думал, последний шаг у нас остался. Все улики найдены. А нет ли здесь чего-нибудь еще? Ну, видимо, нет. Ну да, было бы странно. Хотя нет, не странно. Почему странно? Вот, да. Здесь можно подрезать патроны. Где же эти черти спускались? О, знаете, сколько здесь всего. Когда не так мрачно, здесь можно найти очень много интересного. Такое ощущение, что мы бы с ней должны были биться сейчас, судя по количеству припасов, которые мне предложили разрабы добрые. Так, ну нормально, ладно. Убивать ее смысла никакого нет, нахрен нам не впилась, поэтому поплыли на поверхность. Так, теперь мне, очевидно, в архив надо искать товарищей. Блин, с таким, конечно, быстрым подъемом кисонка обеспечена. Так, печать есть. Как войти, я знаю. Так, ну ладно, что-то у меня. Я семя. Значит, я могу войти в Ктигнар, да? Ты семя. Да, семя. Семя. Сема. Так, я знаю, как пройти. Когда все будет готово? Так, обратно пути уже не будет. Я вернусь. Так, все будет. Исходный номер в гостинице в Дьявол, чтобы отдохнуть и приготовиться к визиту в Ктигнар. Когда все будет готово? Что, мне в Рев Дьявола надо? Ну, ладно. Так, как там я сюда попал-то? Но мне ж надо еще насобирать эту самую какую-то там фигню. Или мне все равно сначала в Рев Дьявола, и я там наверняка с кем-то встречусь интересно. Ладно, говорят в Рев Дьявола, значит пойдем в Рев Дьявола. Что делать-то? Так, в Рев Дьявола. Господи, где он? Вот он. Так, ну и что-то нас ждет. Кат-сцена, видимо. Вот это меня листочками накрыло.
Так. Ладно. Я все вижу, чужак. Мои поздравления. Ну ты все видишь? Так, имеет мне смысл зайти в свой номер? Ну, видимо, имеет, раз я сюда приперся. Так, мой номер вот этот же. Напоминает мне о доме. Я уже... Убийство знаменитого мистика Йоханнеса раскрыто. Невероятно, убийца Каусалина самых известных политических деятелей. Да-да-да. По Бостону. Окман потерял еще одного талантливого ученого. Накануне известный археолог Джозеф был найден мертвым. Как так случилось, непонятно. Так, а зачем я сюда пришел-то? Отдохнуть? А как я должен отдохнуть? Мой дневник, часть вторая. Так, ладно. О, по в королевском одеянии пойдем. Красавец просто. Так, ладно. Кстати, я все время забывал про фонарь. Так, что там мне пишут-то? Я знаю, как войти к Тигнар, да? Это загадочный артефакт. Нашли участники экспедиции. Печать использовали в ритуалах. Те, кто жил здесь в древние времена, еще до основания города. Она не завершена. Так, хорошо. Обратного пути не будет. Пора довести дело до конца. Все незавершенные дела. Когда все будет готово, я вернусь в свой номер в гостинице Рев Дьявола, чтобы отдохнуть и приготовиться к путешествию в Ктиганаар. Но мне надо в центре города найти Каменюгу. Где у нас центр города? Вот. Где-то здесь должна быть Каменюга. Это же центр города. Адвент — это по-любому центр города. Значит, по-любому в Адвенте должна быть в центре Каменюга. Где-то, наверное, вот здесь. Соответственно, где-то в этой Каменюге надо что-то там отыскать. Какие-то штуки. Правильно я понимаю? Или надо идти служителей? Но у меня тогда нету этой самой штуки, чтобы служителей-то искать. Значит, видимо, сначала надо отыскать Каменюгу. По крайней мере, мне кажется, это логичным. А там уж я, конечно, хрен его знает. Как раз где церковь, по-моему, стоит, вот эта, в которую мы еще не заходили, там должна быть и Каменюга. Так. В центре стоит камень. Как мне рассказали. Вот это, что ли, камень? Или какой-то другой камень. Так, нужно искать какую-то там дыру. Или можешь зайти внутрь? А, дверь не поддается. Нет, внутрь я зайти не могу. Так. Ну, камни какие-то здесь как бы реально есть, но... Как бы зачем они, непонятно. Наверное, все-таки надо сначала сделать что-то еще. Ну, еще мы сейчас вот здесь, конечно, пробежим. Но, видимо, я сюда рано пришел. Так, все незаконченные дела. Ну, допустим, я их завершил. Хорошо, это понятно. Давайте теперь еще раз почитаем. Это же центр, центр. Есть здесь Каменюги? Ну, есть здесь Каменюги. Куда-то здесь надо запихнуть печать. Но она не завершена. Непонятно. Так, город. Марский номер газеты. Письма, документы, бестиарии, мифы. Дневник священника, песня рогатого леса, пророчество гадалки. Кстати, почитаем его. Он принесет много даров. Высокие колонны, окруженные мертвецами. Гонка от одной к другой. Само время смеется. Прекрасно. Так, это мы все читали уже. Город, письма. Так, город. Марский номер газеты. Политик, убийство на консервном заводе. Ученый-травитель. Так, ну это мы тоже все читали. Это нам все известно. Пахнущая рыбой записка. Так, ладно, письмо. Но у меня же нет никаких улик, которых я могу через досье пробить. Так, это дополнительные дела. Дополнительные дела нас не интересуют. Это как бы хрен с ним. Нас интересует основное дело — морская пучина, в которой у меня геолокация. Все незавершенные дела. Когда все будет готово, я вернусь в свой номер в гостинице Риф Дьявола, чтобы отдохнуть и приготовиться к путешествию. Ну, блин. Ну, все готово. Эй, прекрати!
Хорошо, все готово. Я вернусь в свой номер в гостинице Риф Дьявола. Неужели, ребята, я нелогичен в том, что я делаю? Ничего не понимаю. Так, с тобой поговорить нельзя. Я все вижу, чужак. Так, вы тоже неразговорчивы. Уолтер, еще раз услышь, как ты пытаешься сучить кому-то дешевое доступное жилье, пеняй на себя. Так, это нам не интересно. Ну, я хорошо. Я вернусь в свой номер в гостинице Риф, блин, Дьявола. Это не мой номер. Это номер какого-то там чувака. Я уже не помню какого, но мы тут уже были. Хорошо. Вот он мой номер в гостинице Риф Дьявола, в который я вернусь, чтобы отдохнуть. Вот этого здесь не было, по-моему, да? А, вот, наверное. Так, подземный Ктикнарс считал задолго до появления человечества в этой чудовищно древней тюрьме заключена тайная дочь спящего, обреченная томиться там вечно. Но дочь можно освободить, передав ей семя спящего, лишь немногие избранные способны сделать это. В каждом цикле ужасные видения притягивают к Ктикнару тех, кто несет семя. Печать Ктикнара откроет путь, многие будут пытаться и погибнут, когда зайдут со звезды, когда спящий зашевелится в своем доме, один избранный добьется успеха, это мы уже читали. Так, вот теперь у нас есть новая зацепка. Видимо, вот это я не надо было найти. Может, еще что-нибудь? Тут постоянно какие-то вещи появляются, которые я ни хрена не замечаю. Нет, это уже было. Это уже было. Так, значит, мы теперь в чертогах разума должны сопоставить. Я семя, возможно, семя не умрет. Возможно. Пророчество не сказано, что я умру. Возможно, я останусь жив. Да, но это не точно. Так. Так, ну это мы знаем. Так, хорошо. Видимо, что-то еще я здесь должен сделать, да? Как мне отдохнуть? Монетку мы уже смотрели, там ни хрена нет. Как говорится, больше никогда. Так. Ну это я тоже уже видел. Это я уже почитал, монетка есть. А, еще можно читать? Подожди, так, сложить все вместе. Не очевидно. Ладно, эпидемия безумия началась из-за тайной дочери спящего, запертой в Ктикнаре. Так, только семя может пойти в Ктикнар. Находится в монолите в центре Адвента. Чтобы открыть, я должен завершить печать. Для этого мне нужно найти три камня божьих пальца, которые растут на трех монолитах в разных районах города. Первый расположен центрально на монолите, чтобы... Ага, так, надо отыскать. Вот, так. Теперь понятно. Дочь заперта. Так, журнал. Отлично. Вот теперь мне надо в центральный монолит. И там, соответственно, искать. Окей, хорошо, ладно. Тогда на этом мы заканчиваем. И в следующей серии пойдем в центральный монолит. Спасибо, ребят, за внимание. Удачи и всего вам доброго.